В Одессе состоялся 17-й форум сети свободных местных политиков, посвященный теме урбанистика и градостроения на уровне общин. Организатором мероприятия стала общественная организация «Центр гражданских инициатив» при поддержке представительства фонда Фридриха Наумана в Украине. В рамках проекта «Сеть свободных местных политиков» каждый год в разных городах Украины организовывают форумы на темы, которые важны для местных политиков. На мероприятия приглашают специалистов разных отраслей, чтобы обменяться своим опытом и идеями. На минувших выходных в Одессе состоялся 17-й форум. В нашем городе эти три дня проходит такое своего рода уникальное мероприятие, которое называется «Всеукраинский форум мережи вільних місцевих політиків», на котором представлены представители объединенных территориальных громад и городов со всей Украины. Конкретно этот форум посвящен урбанистике и градостроению. Форум нацелен на то, чтобы увидеть на несколько шагов вперед то, как должны развиваться города. Для того, чтобы рассказать, как это происходит в Германии, к нам приехал Манфред Рихтер, европолитик и глава фонда Фридриха Наумана «За демократию». Также в мероприятии приняли участие представители Министерства культуры Украины. Сьогодні на форумі я представляю Міністерство культури України. Насправді зараз відбувається дуже цікава позитивна ситуація в нашій країні, а саме реформа децентралізації. І саме з цим пов'язане і, скажімо так, наше часткове об'єднання таких різних осіб тут. Для нас цікавим є саме комунікація з представниками різних територіальних громад. На форумах собираются не только общественные активисты, но и представители действующей власти из разных городов. К сожалению, кроме одесских. Они, как видно, подобные инициативы просто игнорируют. И самое в этом интересное, что это не только общественные активисты. Здесь сегодня находятся заместители городских голов из нескольких городов, действующие депутаты, руководители коммунальных предприятий. То есть фактически происходит объединение и обмен опыта между действующей властью, ну, к сожалению, не Одесской, потому что Одесская, как обычно, такие вещи проигнорировала, и общественности, и таким образом нарабатываются приемлемые решения для различных проблем, которые в конечном итоге не противоречат ни тому, что делают городские власти, и то, что приемлемо для общественности и горожан. Присоединиться к сети свободных местных политиков от Центра гражданских инициатив могут все, кто хочет изменить политику своего города, а также люди, имеющие стремление строить новую страну на принципах честности и профессионализма, создавать общество европейского образца, комфортное для каждого гражданина.